Молодой инженер МГТУ Степан Михайленко уже более 3 лет занимается проектами инновационных решений в одной из самых перспективных отраслей нашей страны – машиностроении. В этом году вместе с командой под названием «Инновационные технологии машиностроения» решил впервые поучаствовать в конкурсе «Студенческие конструкторские бюро» и «Студенческие научно-исследовательские лаборатории» и представить свой научный проект – новейший метод упрочнения металла. Мы занимаемся обработкой трением с перемешиванием. Это метод упрочнения материала. Он заключается в следующем, то что инструмент движется по металлу, тем самым измельчая структуру материала и увеличивает твердость самого материала. Помимо команды Степана, в конкурсе молодых ученых приняло участие 15 научных сообществ Омского политеха. Жюри отметило большое разнообразие тем научных исследований – от ресайклинга до тяжелого машиностроения. Цель конкурса в этом году у нас серьезно поменялись. Раньше это был фокус больше именно на научно-исследовательский какой-то проект. Сейчас мы переориентировались полностью на проект, который потенциально коммерциализуем. По словам проректора по научной и инновационной деятельности Василия Фефелова, наука в МГТУ развивается стремительными темпами. Это подтверждает количество вовлеченных студентов, которые занимаются наукой в стенах родного вуза. Именно студенты, они могут увидеть то, что не увидит как это, состоявшийся ученый. Вот, потому что именно в молодой зеленой голове, да, потому что он не знает правильного решения. Человек, который не знает правильного решения, будет искать те решения, которых пока еще не существовало. Например, он знает, какая проблема существует, что проблема есть. И он всегда может проверить гипотезу, которая у него возникает, у научного руководителя. Научный руководитель может дать оценку. Победителями конкурса стали 3 студенческих проекта – развитие кооперации предприятий в области технологического инжиниринга, технологии изготовления тренажера для проведения люмбальной пункции, технологии ручного шлифования, полирования, а также мелкоразмерного фрезерования титановых сплавов. Эти научные проекты молодых ученых получат финансирование от МГТУ на продолжение исследовательской работы.